Хочу сказать, что я совершенно городской житель, но так получилось, что и прясть шерсть умею, и корову доить. Но так вот пару раз в деревню свозили, и этого было достаточно. Но татарский язык, конечно же, забывается, хотя он в доме звучал. Вот. Поэтому, если кто-то расслышит акцент, это, мне кажется, не страшно. Я хочу спеть очень старую песню, очень старую. Она очень часто звучала у нас в Башкирии по радио. Yeah.